День добрый, прошу прощения. Мы продолжаем с вами. Я думаю, что вы сейчас должны приготовить записи ваши. И то, что я сейчас буду говорить, это очень важно для нас. Я снова повторю о том, что у нас с вами начинается самая главная тема выздоровительной программы. Эта тема называется «Очищение организма от собственных токсинов, собственного производства и не только». Потому что уровень токсинов определяется, вернее, характер токсинов определяется тем, что мы едим, тем, что происходит внутри нас, насколько разрушены или нарушены процессы обменные в нашем организме, насколько правильно проходит то, что называется метаболизмом, то есть клеточным, тканевым, обновлением, что ли, так сказать. Вот клетки, ведь они каждое мгновение у нас внутри рождаются, молодые клетки, и вырастают, да, а старые клетки отмирают, их организм разрушает и выводит из организма. И зачастую с течением времени наши системы, отвечающие за вывод вот этих эндотоксинов, как принято говорить, собственных токсинов, они, к сожалению, великому перестают справляться с работой. Особенно при, не побоюсь этого слова, усилении химической агрессии по отношению к человеческому организму. Это связано и с перенасыщением питания химическими веществами, это связано и с огромным лекарственной нагрузкой на организм человека, с которым ему тоже надо как-то справляться. Понимаете? Обязательно это все должно учитываться. Поэтому самый главный момент, к которому мы с вами приступили и уже проговариваем, это очищение организма. Я прошу прощения. Вот я сегодня сказал о том, что я не буду этого делать, то есть вот писать подробные программы для людей, которые присылают мне вот такого рода сообщения. Знаете, когда читаешь сообщение, что у человека ЭБС, стенокардия, гипертония, ревматоидный полиартрит, пиелонефрит, холецистит, панкреатит, неработающий кишечник, скажите мне, пожалуйста, вот как в этой ситуации поступать? Вот как в этой ситуации поступать? Ведь на каждую из этих позиций, которые перечислены вот в письмах в этих, я вот сейчас посмотрел во время перерыва, да, врач назначает лекарства, гастроэнтеролог свои, да, невролог свои, там эндокринолог свои, нефролог свои. И вот это вот огромное количество таблеток, которые не существуют, доктора, к сожалению, великому, даже профессии этой не существует, специальности не существует, который надо было бы назвать нутрициологом, то есть доктором, который занимается процессами восстановления и реабилитации. Именно поэтому я занимаюсь этим. Я не лечу людей и не имею этого права. И не один раз говорил, смешно лечить человека за 1000 километров, понимаете? Вот, скажем, при таком букете, я скажу, что надо начинать это вот делать, это вот делать, это вот делать, а у человека раз, и через там неделю, и через 2 недели, или через месяц резкое обострение, и что ему делать? Я-то за 1000 километров от человека. Многие жалуются и говорят, дозвониться тяжело. Да, тяжело. И как? Я 1000 раз говорил, люди, не торопитесь, делайте все потихоньку. Если вы 20, 30, 10 лет лечитесь, то для того, чтобы вот это, из этой ситуации уйти, нужно хотя бы 1-1.5 года. Это не 3 месяца. На которые вы рассчитываете, так впрямую, так сказать, вот вы мне составьте программу, я стану здоровым. Не бывает так. Слушайте себя, слушайте себя. Не мешайте себе.
и получаете удовольствие в виде все более и более легкого состояния вашего организма, когда вы заново начинаете жить. Понимаете? Я не лечу. Я помогаю, честно говоря, вам и вашим врачам правильно посмотреть, в какую сторону идти. Итак, запишите такую вот главку в ваших записях, просто главку, которая будет звучать так: физиологическое очищение организма. Что мы используем? Что мы используем? Потому что вот здесь так вы немножко расплываетесь и теряете ориентацию. Самое первое – это то, что нам помогает жить и помогает восстановиться нашему организму точно – это вода. Многие из вас в свое время писали мне, звонили, говорили по поводу, спрашивали по поводу книг доктора Батман-Келиджа, который написал несколько книжек о лечении водой. И, наверное, есть там уникальные совершенно там сочетания, вот там по стаканчику, по два, по три, когда перед сном, до сна, после сна, после еды, до еды, во время еды, разные режимы приема воды. Мы должны с вами запомнить один воды. Один. Мы должны с вами выпивать в день 1,5 литра воды. Если 25 лет я говорил об этом, начинал говорить, и мне стучали по голове со всех сторон врачи, то сегодня, вот уже лет 10, как все врачи в один голос говорят, надо пить воду. Это первое, потому что это первый инструмент детоксикации, очищения организма. Второй – сорбенты. И пока вы вот не почувствуете, что как бы возможности сорбции и воды исчерпаны, можно идти дальше, не идите дальше. Неважно, сколько вы будете пользоваться сорбентами. 3 раза по 7 дней, 5 раз по 7 дней, 10 раз по 7 дней, но вы результат получите обязательно. Результат в виде облегчения. И это очень важно. Потому что проблема заключается в том, что если вода, когда мы ее начинаем принимать, то есть вот цифра 1 – это вода. Когда мы начинаем пользоваться водой так, как это положено, а положено просто, в течение дня надо выпить 1,5 литра воды. Единственное, о чем надо помнить. За 40 минут до еды не надо пить, с тем, чтобы... Ну, вы знаете, что вот там, скажем, вы должны утречком встали и позавтракали. Первое, что вы сделали, попили водички. Да, стакан, два, выпили, все. А пока чистите зубы, пока приводите себя в порядок, 30-40 минут уже прошло, вы спокойно завтракаете уже без проблем. А ваш желудок приготовил все, что необходимо для того, чтобы усвоить тот пищевой комок, который вы приняли. Вот главное. Да, за 40 минут до еды не пить, и 40 минут после еды не пить. Это правило. Второе. Сорбенты. Для чего нужны сорбенты? Вот я только что сказал, что, так сказать, кроме тех токсинов или шлаков, вот здесь точно сказать надо, шлаков, которые остаются от внутреннего нашего производства энергии, да, там после 40 наша система, которая отвечает за вывод этих самых токсинов, эфферентные системы, они перестают выполнять свою стопроцентную свою задачу. Это и почки, и печень, и кишечник, и кожа, и легкие. И начинает накапливаться вот этот осадок. В большей степени этот осадок уже представляет собой не
не только токсины шлаки собственного производства, но и остатки от лекарств, недоработанные и недовыведенные из организма. И, так сказать, остатки там химических добавок, которые есть в пище, в первую очередь вкусовых добавок, пигментные остатки. И то, что мы получаем с водой неблагополучной, где, так сказать, огромное количество всяческих примесей присутствует. Вот что остается. И вот только в тот момент, когда мы насытили свой организм водой, мы начинаем принимать сорбенты. Сорбенты – это вещества, которые, проходя по желудочно-кишечному тракту, как всякий элемент нашей пищи, но они не, как вам сказать, нейтральны. Они вот в этих процессах пищеварения не участвуют. Это такие своеобразные губки, которые выходят, с точки зрения химического состава, выходят неизменными из нас. Но они, их задача, они связывают и токсическую часть, и шлаковую часть, и во многом даже хорошую часть, которая попадается на их пути, на пути сорбентов, когда они проходят по нашему желудочно-кишечному тракту. Связывают вот эти вот остатки непереваренной пищи, недоработанной, включая химические соединения и все, да, связывают, не дают им повторно поступить в обменные процессы в нашем организме, и выводится из него, или из кишечника, в первую очередь кишечник начинает работать. Понимаете? И вот тут возникает как бы несколько проблем. Какие сорбенты могут быть? Активированный уголь, это вы знаете. Да, это так. Могут быть, например, энтеросгель, да, да, смекта, это раствор особо чистых глин, которые сорбционные способности обладают и довольно мощной, глины. Это литовиты нескольких типов. Литовит – это природный минерал, такой природный, очень мощный сорбент, очень мощный. Но, к сожалению, не все сорбенты нам с вами будут подходить. Если у нас нарушен пищеварительный цикл, и если у нас довольно часто возникает по кишечнику запоры, остановка, задержка, так сказать, вот переработки пищи, пищевая в нашем кишечнике, то провоцировать такого рода вещи может активированный уголь. В меньшей степени, но все равно будет способствовать вот такого рода явлениям, если слабенький кишечник, полифепан. В меньшей степени такого рода неприятности нам будет доставлять энтеросгель, приготовленный на основе плодово-овощных пектинов, плодово-ягодных пектинов, скорее всего. В первую очередь, сливовый пектин. Энтеросгель. Понимаете, вот глины, они, так сказать, в еще меньшей степени, смекта та же самая, в еще меньшей степени будут вызывать вот такого явления, как задержка стула. Очень мощный сорбент, который называется литовит. Особенно он довольно часто соединяется, ну, при производстве соединяется с различными отрубями. В меньшей степени он больше показан для людей, страдающих давними дисбактериозами. Называется литовит, различно, но пользоваться можно любым, любым. Понимаете, вот я всегда не то что смеюсь, а мне грустно становится, нас с вами обманывают на самых простых вещах. Добавили препарат литовита, скажем, с ржаными отрубями или литовит с пшеничными отрубями, да какая разница-то?
Но цена почему-то разная. Ну ладно, это другой разговор, понимаете? Литовид. Вот спектр сорбентов. Выбирайте. Выбирайте. Значит, к воде. Следующий шаг. Мы добавляем сорбенты. Как они используются? Они используются просто, спокойно, прямо так, как написано на упаковке этого сорбента. Понимаете? То есть мы принимаем 3 раза в день. Но запомните и запишите, сорбенты никогда не принимаются прямо перед едой или сразу после еды. Они всегда принимаются вне времени прохождения пищевого комка по кишечнику. То есть вот мы с вами поели, скажем, в 9 часов утра или в 8 часов утра, неважно. Нужно, чтобы 45 час у нас с вами эта пища проходила по нашему кишечнику без помех. Без помех. С тем, чтобы пищеварительные соки были нормальной концентрации. Именно поэтому не надо в это время пить. Вот хотя бы 40 минут после еды. Не надо пить. Вода должна идти вдогонку, как бы подмывая остатки пищи, которую вы приняли. А сорбент принимается через 1,5 часа с тем, чтобы вот эти вот остатки или, так сказать, продукты, связанные с деятельностью печени и поджелудочной железы, с тем, чтобы остатки интоксицированных жирных кислот попали в сферу этой деятельности, да, сорбент проходит и забирает, берет на себя и выводит, извините, ради бога, уже во время дефекации. Значит, если мы принимаем сорбент 3 раза в день, а, как правило, это нам предлагается, да, мы принимаем его между завтраком и обедом, между обедом и ужином и прямо на ночь, потому что никто из нас за 2 часа до сна уже практически не ест. И тогда, когда вот эта вот фраза звучит, что, пожалуйста, в 6 часов вечера заканчивайте есть, она никому не нужна, это глупая фраза, понимаете? Заканчивать надо, ну, хотя бы за 2 часа до сна, с тем, чтобы лишнюю тяжесть организм убрал, то есть пищевой комок начал проходить свой естественный путь. И вот перед сном вы принимаете сорбент 3-й раз. Вот каким образом надо поступать. Причем смотрите, пожалуйста, почему я все время подчеркиваю о том, что сорбенты – это не интеллектуальные препараты, о которых сейчас очень много говорят, о том, что вот скоро у нас появятся интеллектуальные препараты, где вот это вот на уровне молекулы этот препарат будет попадать прямо в цель и будет делать только то, что и положено, влиять только на тот патологический процесс, который протекает в организме, или помогать восстановиться нашему геному, так сказать, это... Все оно так. Наверное, в будущем будет это. Но на сегодня этого у нас нет. Понимаете, поэтому сорбент, неважно какой, литовит, активированный уголь, энтеросгель или смекта, неважно. Или, скажем, замечательный сорбент зоостерин на основе морской травы, пектинов морской травы, зоостеры морской. Понимаете? Вот они... Эти сорбенты. Попался по дороге такой-то элемент, его взяли, связали и повели с собой на выход. Вот что делают сорбенты. Поэтому, естественно, самый большой срок приема сорбентов – это 10 дней. Это самый большой срок. При том дисбалансе, который у нас с вами есть, советую более 7 дней не принимать. Правильная норма, на мой взгляд, которой мы должны с вами придерживаться
во время, вот, сказать, прохождения очищения организма внутри этой программы, это 5 дней. 5 дней. И я сознательно, вот этот срок укладываю в 5 дней по одной простой причине. Кому-то этого будет недостаточно. А кому-то будет достаточно. Все же зависит от того, сколько вам лет. Это зависит от того, что, какое время вы болеете, и сколько вам пришлось, так сказать, выпить препаратов, лекарств всевозможных и прочего. Все от этого зависит. Поэтому 5 дней – это правильный срок, когда ни при каких обстоятельствах вы не можете себе навредить. Но мы должны будем всегда помнить вот о чем. О том, что организм, сорбенты выводят не только плохое, но и хорошее. Скажем, минералы. А нам, извините, пожалуйста, далеко не всегда их хватает. И вот тогда, когда вы начинаете пользоваться сорбентами, запишите для себя. В это время нужно начинать использовать рапу. Рапу. Помните? Стакан воды, в который я насыпал столько соли, сколько пока эта соль в этой воде растворяется. Закончил растворяться, вот последние крупинки на дне остались и не растворяются больше. Все. Остановитесь, прикройте, пожалуйста, этот стаканчик крышечкой аккуратной и каждый день 1 чайную ложку на стакан воды. Пожалуйста, выпейте. 1 чайную ложку этого раствора на стакан воды, и вы начнете неочищенной соли. Неочищенной, я подчеркиваю. Понимаете? Либо надо пользоваться витаминно-минеральными биологически активными добавками. Лучше всего пользоваться, извините, пожалуйста, вот таким вот самым простым растением, которое называется лопух. Отвар корня лопуха. Наш общий адаптоген, который годится и для сердечников, и для почечников, и для людей, страдающих проблемами опорно-двигательного аппарата, годится. Для усиления его действия можно вот эту чайную ложечку, да, в этот стаканчик отвара из корня лопуха добавить. И вы вот этот дефицит возможный, который будет возникать у вас во время приема сорбентов, вы его будете купировать. Как делается? 5 дней я принимаю сорбенты, 5 дней отдых, 5-7 дней отдых. И вот в это время отвар корня лопуха с добавлением соли чуть-чуть, да, так сказать, вы можете принимать. И через 7 дней заново можете воспользоваться сорбентами. И еще раз говорю, пожалуйста, не надо торопиться вперед. Лошадь мы не обгоним. Понимаете? А вот навредить себе таким образом можем. Вот так вот шаг за шагом потихонечку и начинать. Это вот второй момент, о котором я говорю. Второй момент. Очень важный с точки зрения формирования программы по очищению организма. А это главное, я подчеркиваю, главное – программа, о которой стоит говорить. И основываясь на теории доктора Реткивега, а самое главное, на последних фундаментальных работах специалистов медицины крупных, связанных с интоксикацией организма современного человека. Мы продолжим об этом говорить с вами ровно через неделю. Всего вам доброго.